Тем временем простые граждане стали все чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов, сообщают «Известия». В июле этот показатель сократился до 38%. Это говорит о том, что люди снова стали более придирчиво относиться к условиям банков и не хотят занимать по слишком высоким ставкам. Наша съемочная группа выяснила на улицах города Твери, что думают об этом горожане. Как вы относитесь к кредитам? Я отрицательно. А почему? Потому что жить в долг – это самое унизительное, что может быть для человека, для его достоинства. А деньги нужно зарабатывать и тратить их. И, в принципе, копить человек может сам. Повезло, что я машину взял, потом вторую машину взял, одну квартиру в ипотеку взял, вторую. Как бы, если бы не они, то у меня бы, наверное, ничего не получилось. Плохо. А почему? Ну, потому что я без них обхожусь. Поэтому так. Надо жить на то, что ты зарабатываешь. У нас советская закалка, мы кредиты не признаем. У нас советская закалка, мы привыкли зарабатывать деньги и тогда что-то купить, а не так взять и потом всю жизнь платить. Быть в холопах, это я так называю. Рассчитываю только на себя и не хочу отдавать больше, чем я заработала.